9 раундов санкций Европейского Союза против России за ее агрессию против Украины привели к резкому росту цен на продовольствие и отрезали блок от дешевой российской энергии. Брюссель говорит, что это лишь утвердило решимость европейцев в противостоянии с Кремлем. Мы не остановимся, пока Украина не победит Путина в его незаконной и варварской войне. До сих пор Евросоюз довольно быстро и компетентно реагировал на то, с чем сталкивался. В некотором смысле это действительно было беспрецедентным его единством. Евросоюз направил Украине военную и гуманитарную помощь на миллиарды долларов и принял у себя миллионы украинских беженцев. Но по мере снижения температур за окном, стоимость поддержки Украины и отстаивания европейских ценностей растет. Эксперты прогнозируют, что Евросоюз, скорее всего, погрузится в рецессию. Благотворительные организации сообщают, что помогают большему числу людей, чем в прошлом году, и среди них появились новые категории уязвимого населения. Мы были потрясены тем, что к нам стали обращаться много молодых людей, студентов, которые больше не сводят концы с концами по итогам каждого месяца. Кроме того, это родители-одиночки и пожилые люди с крошечными пенсиями. Евросоюз подготовился к зиме, запасаясь газом, купленным не в России, и иногда возвращаясь к вредному для окружающей среды и здоровья сжиганию угля. Но некоторые страны все еще могут столкнуться с перебоями в работе национальных электросетей. Одна из них – Франция, где половина ядерных реакторов отключена на ремонт. Европейские термостаты настроены на более низкие, чем обычно, температуры. Энергосберегающие лампочки теперь можно встретить повсеместно. Париж – город света. В этом году не такой яркий, как обычно. Тот факт, что у европейцев меньше энергии, и они становятся беднее, а экономика их страны идет в сторону рецессии, может создать усталость от темы Украины. Выйдет ли Европейский Союз более сплоченным из испытаний, связанных с войной России в Украине, которой пока не видно конца? Вопрос, ответа на который пока ни у кого нет.